Смерть распутницы с большей долей вероятности считается копией фрагмента какого-то утерянного триптиха Иеронима Босха. Скорее всего, это было правое крыло триптиха. Выполнена работа во второй половине XVI века. Художник показывает в характерной для него символической форме непримиримую битву за душу обычной распутницы между ангелами и демонами, находящейся на смертном одре. Картина находится в одном из частных собраний Нью-Йорка. Стиль картины сильно напоминает стиль другой известной работы Босха – «Смерть скупца».